Говори больше с Айдифон. Карагандинская областная дирекция телекоммуникаций «Казахтелеком» вручила ценные подарки победителям конкурса, который проходил с 1 июля по 30 сентября. С подробностями Мирамгуль Салкимбаева. Конкурс «Говори больше с Айдифон» проходил среди клиентов акционерного общества «Казахтелеком». Для участия в конкурсе абонентам нужно было всего лишь пройти регистрацию на портале www.aidifon.kz. По словам организаторов, мероприятия, проводимые компанией на постоянной основе, подтверждают о клиентоориентированности акционерного общества «Казахтелеком». Участвовал в этой акции, имеет пакетное подключение с Айдифон. Это выгодно в стране, умный телефон. И кто новые абоненты, кто подключился до 30 сентября, вот, розыгрыш призов состоялся в Астане. Абоненты Карагандинской областной дирекции телекоммуникаций не только активно принимают участие в республиканских конкурсах, но и зачастую становятся их победителями. Например, в конкурсе «Говори больше с Айдифон» Елена Милентьева, которая стала пользоваться услугой Айдифон совсем недавно, заняла второе место. Вам тоже это... Айдифон, это он как радио работает по квартире, ну и со всеми удобствами разговаривает с абонентом. Поздравляю вас. Услуга Айдифон, я должна сказать, что благодарна специалистам, тем, которые работают здесь в Казахтелекоме. Я, например, сюда редко приезжаю, и как-то сами специалисты мне позвонили и сказали, что, видимо, не отследили разговоры, что у меня очень много разговоров по Караганде, и предложили эту услугу. А самый главный приз – 30 цифровых телефонов от «Казахтелеком» достался Гульдархан Бадыковой. Услуга «Айдифон» мы пользуемся всей семьей. Очень выгодно на работе, в бизнесе. Всего участвовать в конкурсе изъявили 10 абонентов. На протяжении 3 месяцев на портале размещались их рейтинги. Нужно отметить, что услугой «Айдифон» пользуются не только простые жители, но и известные компании в нашем городе. Данная услуга не только помогает в бизнесе, но и продвигает ее, говорит представитель фирмы «Сантехпласт». Мы обратились к «Казахтелеком», и они нам предложили услугу «Айдифон». Услуга очень удобная, практически не бывает перебоев по связи и дешево. Мирамгуль Салкимбаева, Габит Краубаев, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.